По поводу работы котельной 46-го авторемонтного завода, который обеспечивает теплоснабжением 4 жилых дома по Артиллерийскому переулку, жилой городок Академии сухопутных войск и Институт Ушинского. По состоянию на сегодняшний день теплоноситель подан на все объекты. Сухопутные войска на Ушинского и на 4 жилых дома с детским садиком. Данная ситуация произошла в связи с тем, что зимой по решению суда предприятие стало собственником данного объекта и данной территории и проинформировало город, что в связи с тем, что это стратегический объект, они не намерены заниматься поставкой теплоносителя, обеспечивать теплом жителей данного микрорайона. В течение всего лета с привлечением городских властей, первых руководителей города, обсуждался вопрос и решался вопрос по поводу допуска нашего предприятия на территорию котельной для того, чтобы мы могли возобновить процесс теплоснабжения данного микрорайона. К сожалению, решение данного вопроса затянулось до начала ноября месяца, и мы только в первых числах ноября получили доступ физически к этому объекту. Соответственно, в аварийном режиме мы эту котельную запустили. В результате пуска выявилась течь пароводяного бойлера, который в результате нескольких ремонтов аварийно-диагностических был сделан вывод, что он не пригоден для дальнейшей эксплуатации. Поэтому в течение последних двух дней был перевезен резервный бойлер, установленный этой котельной. И вчера в 10 часов вечера был подан теплоноситель на все объекты, которые я перечислял ранее.